посевная на низком старте. Главная подготовка к ней сейчас ведется в лабораториях, где специалисты проверяют самое ценное – семена. Соя, как правило, она часто так дружно всходит и быстро, то есть спустя 3-4 дня уже можно дать результат. То есть уже нечего на доращивание оставлять, а здесь уже энергия, в принципе, под 100. Энергия прорастания – один из важных критериев. Эта соя, считай, его прошла. Образцы культур помещают в термостат и спустя нужное количество дней проверяют, как ведут себя семена и высчитывают средний показатель по нескольким пунктам. Схожесть, заселенность вредителями, влажность, масса тысячи и чистота, конечно. Чистота, наверное, это наиболее такой распространенный результат, когда бывает отрицательный. Если по чистоте семена не идут, сельхозпроизводитель может подработать семена, и они станут соответствующие ГОСТу. Но сложнее, конечно, со схожестью. Семена проверяют и на ГМО. Осенью 2023-го вступил в силу закон, сделавший это исследование обязательным. Кстати, в прошлом году в алтайском рапсе выявили ГМО. Рапс и соя – самые проблемные в этом плане культуры, но проверяют всех. В лаборатории краевого филиала Центра оценки качества зерна с начала января испытали уже сотню проб. Семена на исследование специалисты отбирают с нескольких мешков, чтобы проба была равномерной и объективной. Фасуют мешки. Там 1000 мешков, набрали первый мешок. А первый мешок, допустим, набирают силоса или с чего-то. Там могут быть остатки другой продукции, либо сор какой-то вниз опускается, либо еще что-то. Этот щуп многоуровневый. То есть он берет со всей, как, со всей глубины. Вот, вот так вот он выглядит. Высыпаем. Работы в полях начнут уже через пару месяцев. Кстати, сейчас больше половины семян, которые используют алтайские фермеры, отечественные. Региональный Минсельхоз пока не сообщает планы на посевную. Но министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев заявил, что в 2024-м общая посевная площадь будет увеличена на 300 тысяч гектаров. А в Алтайском крае она одна из самых больших в России. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.